А разве вам не все равно? Нет? Окей. Эй, с вами Хачкок Инк, и во что же мы сегодня поиграем? Flag You Inc. Да, мы играем сегодня в Flag You Inc. Не переживайте, ребят, мои выходные проходят просто... Отдыхаю после эфир, после 50 серий эфира. Я вот решил сегодня для вас специально, для вас, мои любимые, заснять. Я Flag You Inc. Основную игру. И сегодня мы будем играть вирус Некроа. Кажется, мы устроим зомби-вирус. Зомби-апокалипсис. Да. Ну давайте устроим зомби-апокалипсис. Чё, неклассифицированный край, высокая способность к регенерации. А тут... тут у нас ничего про него говорить не будут? Ну ладно. Так, найден Рузалин ген аквацит в одиночной игре. Ну, конечно же, быстрый старт. Быстрый старт, без него никак. Где музыка, кстати? Куда музыка пропала? Без быстрого старта совершенно никак. Так, повышает вероятность мутации, это вставим. Ну и, конечно же, если на случай, там, если будет платный откат, мы уберем этого дарвиниста. Так, смотри, у нас есть аквацит, есть аэроцит, есть терроцит. Чё поставить? Я бы, конечно, аэроцит поставил, да. Тут у нас ксенофил. И, блин, ну нет, не хотят нам давать последний какой-нибудь ген вируса. Ну, хоть, не знаю, цитопатическое усиление бы дали мне. Инфицированные трупы с большой вероятностью воскрешают в виде зомби. А, ну как, подожди-ка, у нас это будет доступно после вот этого прохождения. Да. Давай. Конечно же, средний. И, конечно же, Hedgehog Inc. Да, не на английском. Hedgehog.inc. Играть. Добро пожаловать в Flag You Inc. Выберите любую страну, точку старта. На, где у нас начинаются все зомби-апокалипсисы? Конечно же, в Америке. В Соединенных Штатах Америки. Отлично. Распространился на сушу. Так, давайте-ка мы посмотрим, что у нас тут есть по нашим способностям. Информация. Быстрое размножение вируса в слюнных железах увеличивает вероятность заражения при контакте со слюной. Так, это передача, подожди, это передача. Что у нас по симптомам? Симптомов так мало, серьезно. Это что у нас? Информация о воспалении поджелудочной железы, слюноотделение. Так, воспаление делает людей раздражительными, менее продуктивными. Да, все понятно. И... Так. Знаете что? Дайте-ка я проверю. Ребят, все плохо. Давайте-ка я заново начну. Главное меню. Откат-то у нас платный. Значит, никакого дарвиниста. Извини, никакого сегодня дарвиниста у нас не будет. Да, конечно, Hedgehog Inc. Да-да-да, мы это все знаем. Окей. И, кстати, вот эти 8 очков, это чё? Чё мне вот эти 8 очков дадут? Это ни хрена не быстрый старт. Это медленный старт, это очень медленный старт. Нереально медленный старт. Нет, я еще раз должен попробовать, потому что... Может, умения здесь не откатываются, нет? Ну, сука, ну еб твою мать. Ну и хуй с вами. пидорас. Будем мы... Играть, значит, так. Я обиделся на игру. Блин, ну блин. Ну вот столько раз подряд у меня был бесплатный откат. Давали очки. 2 очка мне давали за откат. Мне давали. Мне давали 2 очка. Какого хера? Ну, ребят, ну это не дело. Ну вообще не дело.
Ну, эти спонтанные мутации, но это самое крутое, что может быть. Ладно, ладно. Что оно, кстати, по лекарству? Ну ладно, хотя бы у нас с самого начала, типа, не знают о нем. Че, будем делать как обычно, да? Будем по неизвестному бить людей. Что сказал? По неизвестному бить людей? Хуйня какую-то сказал. Так, поближе. А то что-то просто на прошлой записи меня вообще не слышно было микрофон. Да. Тихо. Отлично. Далее у нас 20 очков ДНК. 22 очка ДНК. Давайте-ка. Я сразу прокачаю на всякий случай против таблеток. Да. Потому что это важно. Это важно на самом деле. Так, откат у нас не будет. Ну и давай в холодные страны. Вот так вот прокачаем. Вот так вот. Страна... Америка у нас тем более развитая страна. Ну, типа, сверхдержава, все такое, единственное на планете. Вот. Значит, там хорошая медицина. Ну, и если мы так прокачаем, значит, ну, значит, медицина не такая уж у них и хорошая. Если мы сможем пробиться сквозь санитарный надзор. Да. Юные новые санитарные правила богатой страны. Богатая страна появляется новой директивой про зону. Мне насрать на это. Я уже прокачал все. Я на это абсолютно насрать. Ну что, да, последим за Америкой. Последим, как у нас тут. Хотя, блин, лучше так, конечно, не делать. Я могу пропустить какой-нибудь самолет, который, не знаю, улетит, допустим, сразу Гренландию заразит, да? Может быть такое. Может, с самого начала Гренландию заразить. Тем более я прокачал холодный климат. Да, это будет очень хорошо. Если он Гренландию заразит с самого начала. Ну или Исландию какую-нибудь, или, не знаю, Индонезию, Мадагаскар. Не, Индонезию нет. Вот, Филиппины сложные очень. Карибы тоже очень сложные. Причем Карибы, это ж Куба. Куба же, нет? Шкуба называется. Не Карибы. Я хуй знает. Хуй знает, надо будет посмотреть. Нача, вирус развивается. Да, кстати, этот вирус, по-моему... Не простой, а сложный. То есть не сам вирус, а сама игра довольно сложная, потому что здесь помимо прокачки самого вируса, нужно еще будет управлять колониями зомби. То есть эмигрировать, убивать всех, кого надо, кого не надо. Плюс еще у нас появится особый враг, то есть такие типа башни, может тут... назовут их где-нибудь. Нет. В общем, какая-то корпорация, которая противодействует зомби-нашествию. Да. Здесь, по-моему, нужно именно заражать. То есть убивать здесь всю землю не надо. Здесь нужно заразить всех, чтобы все превратились в зомби. Да, это наша главная задача. Будет это сложно. Да, возможно, не на один выпуск. Я готов к тому, что я просру сейчас. Вот и вот в этом прохождении. Я к этому реально готов. Да. И вы тоже к этому готовитесь. Ну что ж. Ладно. Будем проходить. Так, прокачать бы что-нибудь. Допустим. Вот это. Очки. Дайте мне очки, пожалуйста. Чё, зомби уже нет? А, да. Тут, по-моему, еще должен быть где-то отдельный пункт, сколько у нас зомби. Я не знаю, где он. А может и нет. Может и нет такого пункта. Я не помню, я вообще не помню. Это пиздец, как давно проходил, на самом деле. Так, 21 очко. Чё качаем? Давайте передачу покачаем что-нибудь. Допустим, зоонозные сдвиги. Генетические изменения повышают заразные вирусы, вероятность его мутации. Не-не-не-не-не, пожалуйста, только не это.
Вирус проникает в систему кровообращения, делал кровь переносчиком инфекции, особенно уязвимыми бедные страны. Давай, 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 давай. И еще вот это. Потом мы прокатим. И, блин, ребят, вот... Вот, конечно, бы нам оставить еще очки, чтобы откатывать мутации. Потому что я хочу сначала заразить всех. Вот это главная проблема здесь. Вау! Понеслось-то как. Охренеть. Тише, братиш, тише. Не так быстро, подожди. Я не успеваю соображать. Че, по одному дают? Ну вы серьезно? Всего лишь по одному. Так. Та-та-ра-та-та. Ту-ту-ру. Я успел. Можешь посмотреть. Можешь откатить и посмотреть. Я успел. Ну чё? Хорошо? Очень хорошо. Какая-то хрень. Да, реально какая-то хрень. Давай-ка мы... 13 очков... Вот так вот мы сделаем. Мы вот так вот бедные страны, мы просто вот так вот заразим. Просто вот заразим, чтобы они все обосрались там. Да? Мы с тобой непобедимы, чувак. Мы с тобой просто непобедимы. Ну что ж, пока никто о нас не знает, но у нас всего 316 миллионов больных. Из 6-7 миллиардов там. Из 7 миллиардов 319 миллионов больных. Это вообще ничто. Может, сейчас десятками миллионов он пойдет. Может быть. Хотя что-то я не уверен на самом деле. Может. Еще прокачать. Вирус способен переносить частицами пыли, засушливый климат и самолет. Давай. Я вот просто... Спокойно. Я не успеваю. Благо есть пауза. Если бы не было паузы, это было бы плохо. Это бы было реально очень-очень-очень плохо. Если бы не было паузы. Смотри, наша болезнь как развивается. Она просто вот обволакивает эту всю планету, наша болезнь. Наша болезнь просто обволакивает планету, я не успеваю нажимать на них. Вот о чем я говорю. Вот чего нам не надо. Да! Что сделал? Не! Пожалуйста. Откатить. 33. 27 очков откатить. Блять. Тише. Надеюсь, нас не заметили. Я очень надеюсь, что нас не заметили. Бля, 7 очков, это ж пиздец много. Это реально много очков. Это пиздец как много. Я потратил, у меня 40 было. 33. Нет, у меня 40 было, я ложанул там просто немножко. Да какая бессонница, сука, 9 очков, блядь. Это пиздец. Это реально пиздец, ребят. Вот чего нам не надо, так это мутацию. Да ты задрал! 10 очков откат! Пиздец. Я ж не прокачивал... Какого хрена он так пошел быстро? Я ж не прокачивал вообще ничего для спонтанной мутации. Ой, да пошел ты! Блять, я не могу, у меня очков нет. Все, пиздец, мы просрали. Ну, отлично, нас заметили. Просто превосходно. Кто-то закрывает аэропорт уже, охренеть. Кто-то уже начал работать. Ах, 4% уже. Все, пизда. Говорю, пизда. Это все, это мы, считай, проиграли уже. Ну, давай, ради спонтанной мутации. Окей, хорошо. Да. Ну ладно, он хоть быстро сейчас пошел. Чё у нас? О, подожди, ни одной здоровой стороны не осталось.
О-о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 . Ни одной здоровой страны. Шикарно. Ну-ка. А чё? А в зомби никого не превратить? Чё, серьезно? Мы ж людей в зомби превращаем, нет? Нет? Да завались со своим лидированием, блядь, пидорасы. Я вас ненавижу. Ублюдки. Ублюдки! Вы мне все испортите. Вы мне все испортите. Сука. Я уж думал. Блядь, 60%. Охуеть. У меня очков нет. У меня вообще ни на что очков нет. Бля. Бля. Я понял. Я все понял. Я все понял. Пиздец. Мы просрали. Просто вот дичайше просрали. Просто вот дичайше просрали. Вообще никого. Даже не убил никого. Чарел, че. Да? Что делать, ребят? Совсем не знаю. Совсем не знаю, что мне делать. У меня нихуя нет. Вообще нихуя нет. Мне ничего не дали. Вообще ничего не дали. За... эту ебучую хуйню. Ой, давайте другую тактику тогда делать. Другую тактику. Сейчас кого начнем? Где у нас еще зомби? Где у нас еще могут быть зомби? Ну, давай. С Польши начнем. С Польши начнем, давай. Я не знаю, почему я засмеялся. Извините. Это, блядь, смешно. Зомби-вирус начал с Польши. Это реально смешно. Так, вирус обнаружен некром. Вообще, стой. Раз мы такие крутые, раз мы хотим совсем... Блядь, играть нажал! Раз мы такие крутые, давайте-ка... Я сейчас рискну. Да. Да. Так сделал. Да, вот так вот. Где моя Польша? Где моя Польша? Польша. Давай, Польша. Давай! Польша стронг! Я знаю! Я Польша стронг! Ты выпустил Ведьмака! У вас государство поддерживает игроиндустрию! Даже целое государство поддерживает игроиндустрию. Ну, это, конечно, не Азия, это не Южная Корея, но это Европа. Это большой шаг для становления нашей культуры, культуры геймеров, да, о чем я говорю. Становление нашей культуры самой могущественной на свете. Мы что-то типа... с кем нас сравнить? Хиппи 80-х в Америке. Не очень удачное сравнение, но я думаю, да. Никак, нет. Хиппи не продержались долго, я не знаю с кем. Ну, геймеры, да. Геймеры. Мы с вами геймеры. Сука, давай. Пидорас. Давай. Давай тебя. Ну и еще и тебя. Ну чё, Польша? Ну давай. Ну Польша. Ну давай. Я знаю, ты можешь. Ты можешь. Давай. Пшекни на весь мир и все. Да вот так вот. Пше, и весь мир заражен. Пше, и все стали зомби. Пше, и Польша победила весь мир. Да, Польша захватила весь мир. Давай вспомним времена Речи Посполитой. Или как это там... Простите, я не знаю истории. Я не уважаю историю. История — это ложь. Потому что нельзя быть на 100% уверенным в истории.
Я ее не считаю как наукой. Вот если, вот наука, допустим, там, теория гравитации, вот я знаю, что гравитация есть, вот я знаю, я могу из окна выпрыгнуть, я могу разбиться, меня потянет вниз. Но я не знаю, кто на самом деле там выиграл где-нибудь там какую-нибудь битву в 1343 году. Я этого не знаю. Так. Так. Ну-ка, вот ты у нас себя хорошо показал. Вот очень, вот прям очень хорошо. Вирус можно размножить почками, распространять мочу и в жидкости организма. Не хочу. Подожди, а мы что прокачали? Мы прокачали самолеты. Я думаю, что из них. Ну, на начальной стадии, конечно, можно это, в принципе-то, и не качать. Можно прокачать тебя. Ой, подожди, да, у меня там слишком медленно он был просто. Я думал, что за хрень, что он мне так мало очков дает за 3 минуты, за 5 минут так мало очков мне дал. А у меня, оказывается, он на маленькой вроде был. Или нет, или хуй его знает. На маленькой скорости, наверное, был. Да. Пусть будет. Ну-ка. Так. А нас знают. Да? А нас знают. Новая болезнь все распространяется. Да, нас знают. Это очень плохо. Так, 21 очко есть. Я думаю, можно. Можно вот тебя вкачать. Да, вы там озабоченные все, я знаю, что вы все пиздец какие озабоченные, я знаю, что вы уже знаете мои болезни, и у вас уже низкий приоритет, это очень плохо. На начальной стадии, когда у меня всего 40 миллионов, всего лишь 40 ебучих миллионов, которые вообще ни хера не дадут мне. Пиздец, это пиздец. Я считаю, мы сейчас опять просрём. Вот просто всосём, потому что у меня нихуя очков нет. Ну ладно, у меня вкачан дарвинист. В принципе, дарвинист может сделать все дело сам. Вот если я вот просто сейчас оставлю... оставлю это, не буду никакие очки подбирать. Просто вот уберу руки с клавиатуры, с мышки. И оставлю это на судьбу эволюции. Пусть будет. Пусть полифагия будет. Пусть будет. Так, у меня есть 28 очков. Я думаю, нам стоит прокачать что-нибудь. Давай тебя. Давай. Неопределенно лечение к нанесению укусов, а также поедание других людей значительно увеличивает заразность. Так, тебя к укусам лечительным... Давай тебя. Давай тебя еще прокачаем. О, понеслось. Люди кусают друг друга. Смотри. Вот, люди начали кусать друг друга. Вот тебе подойдет кто-нибудь, укусит, и все. И все, ты заражен. Да, под санитарным надзором, да пошли вы в жопу, мрази. Вы всегда мне мешали, вы никогда мне не помогали. Ученые это беда. Ученые это беда современного общества. Да. Ученые в этом обществе не нужны, если они мне не помогают уничтожить планету. Ну какие это ученые? Настоящие ученые мне будут помогать уничтожать планету. Настоящие ученые не заинтересованы в продолжении человека как вида. Мы должны эволюционировать. Вот зомби. Вот прекрасная ступень... Прекрасная ступень эволюции. Все очень плохо. Так, у нас летальность-то есть? Блять, у нас летальность есть. Плохо. Сколько мне очков? Мне надо еще 4 очка. О, я до 40. Я до 40. Опустил. Шикарно.
12, 12. Нет! Сука! Мразь, пидорасы, говноеды, тупые ученые, блять, успокойтесь. Нет, пожалуйста, нет. Нет. Я нихуя не сделаю. У меня 14 очков только появилось. Давай, давай тебя. Давай. Вот смотри, зомби, давай. Реанимируем мертвым. Реанимируем, реанимируем. Лекарство на 100% готово. Давай, мертвый. 400, 500, 600. Зомби. Вот, зомби, миллион. Миллион зомбарей. Миллион зомбарей есть. Смотри. Два раза заражение клеткой на дыхание, приводя к смерти, накопление молочной кислоты и разрушению личности. Нет, мне это не надо. Все, это уже бесполезно. Это уже бесполезно. Геном вируса разбивает на мелкие молекулы, что увеличивает вероятность полезной мутации во время... Так, мутации мне не нужны. Это мне не нужно. Ну, давай тебе. Давай, давай тогда тебе. Ну что мы сделаем с 7 миллионами зомби, а? Вообще нихера мы не сделаем. В Австрии запущен. Круто. Пиздец. Меня убивают. Ребят, меня убивают, пиздец. Жопа, 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 жопа. Большие потоки питательных веществ. Улучшает зрение слуг зомби, повышает тяжесть зомби. Так, большой отток питательных веществ, темную координацию движения зомби, вирус становится особо опасным в городской среде. Давай. Смотри-ка. Ком. Пусть ком будет. Смотри-ка, а мы... А мы-то... Так. Ну-ка, может... Может, повезет мне. Так, 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 так. Жевательная мышца становится более сильной, что позволяет зомби прокусить толстую одежду, повышая тяжесть болезни. Так, давай. Умение. Чё? Эта способность позволяет восстанавливать нейронные сети мозга. Так. Отлично. Смотри. Ну-ка. 4. Бля, что сделал? Сука, ты подожди. Мне вот здесь надо. Что за... Я ж нажал. Подожди. Так, 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 так. Укрепляют позиции. Блин. Z-ком. Z-ком тебя... Z-ком ты. Хорошо. Да, в Китае. В Китае 5 миллионов поднимем. Хорошо. Давай. Здесь. Здесь. Сука, здесь поднимись. Вон. Бля, пиздец этот Z-ком. Да жопа этого Z-кома. Так, ну-ка. Ну-ка, стой. Рост белков. Регенерация нервных клеток позволяет трупам с тяжелыми повреждениями головы быть поднятым из мертвых. Хорошо. Так, информация. Вирус тормозит выделение пищеварительных, увеличивая время разложения трупа. Так. Ну-ка, 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 ну-ка. Это продолжительность жизни зомби. Смотри, у нас 1 миллиард зомби. И он растет. Подожди-ка. Ну-ка, здесь мертвые 5000. Давай-ка мы поднимем. Давай-ка мы поднимем. Посмотрим, что будет. Слушай! А ведь... 300 тысяч. Сука, давай, поднимись. Поднимись, мразь. Китай подвергся ядерному удару? Нихера, их убили! Слышь! Вы это...
ну-ка, да. Дай-ка еще. Да. Ну-ка еще. Ну-ка еще. Ну-ка еще. Ну-ка еще, блядь. Еще, сука. Ебучий Z-комп, блядь. Ну-ка, поднимите. Еще, блядь. 370. Экстремальная жара. Так, экстремальная жара, к зомби разлагаются быстрее. Блядь. 307. Ебать, их уничтожают. Не, ребят, ну не. Ну я ж почти. Ну. Я ж великий зомби-разрушитель. Нет! Ну пиздец. Я уже 30 минут снимаю. Охуеть. Я понял! Я понял! Я все понял! Главное уничтожать ебучий Z-ком! Сука! Первую базу. Главное уничтожить первую базу Z-ком. У меня 20 миллионов, у меня 11 очков, в принципе, есть. Ну-ка. Давай-ка так. Да хрень, блядь, пиздец. Не, мы просрали. Но смотри! Смотри, как мы просрали! Мы просрали, как самый настоящий воин. Это как во время сражений там викингов. Мы умерли в битве. Мы не просто вот на начальной стадии какой-нибудь болезни умерли. Мы умерли в битве. Мы продержались. Продержались достаточно долго. Смотри. Блядь. 1100 дней. Нас уничтожили, правда. Но блин, мы продержались. Вообще, мне нравится это, мне пиздец, как это нравится, да. Ладно, спасибо за просмотр, ставьте лайки, делитесь своими друзьями и подписывайтесь на меня, ребятки. Это мне нравится, мне нравится, я ну, похлопаю даже. Шикарно, мне понравилось. Я думал, все очень плохо будет. Ну, с двух прохождений... Я и не рассчитывал вообще, на самом деле, победить. Вот мне так вот надежду маленькую, вот надежду вот в самом начале мне дали, что, может быть, я смогу все-таки с первого прохождения. Нет, я рассчитывал, что это будет очень сложно. Ну, потому что должен же как-то повышаться уровень в этой игре. Но зато в следующем прохождении у нас есть 50% шанс победить. Даже 51%. Вот так подниму, вот прям настроение подниму и себе, и вам, что 51% шанс победить, да. Все, ребятки, все, я заканчиваю. Всем удачи, всем пока.